Всем привет, чуваки, с вами я, Панда FX, и сегодня на моем канале будет необычный видосик. В общем-то, я поддержал идею Макса с его проектом Silver Time. Мне тоже не нравится то, что с каждым годом все меньше и меньше уделяют внимание серебряным игрокам. Я думаю, футбикам немножко обидно, потому что их в FIFA чуть ли не больше, чем золото, а возможно даже и больше, а ими никто не играет, поэтому проект Silver Time от GoodMax это такой протест современным стандартам FIFA. И сегодня мы решили сыграть вагер. Я думаю, это можно назвать вагером с серебряными составами. GoodMax сейчас, наверное, рассказывает про свой составчик, а я, собственно, расскажу про свой. Минди у меня на воротах, 1,97 м, рост вполне себе крутейший. Надеюсь, что этот молодой человек будет у меня тащить. Пара центральных защитников — это Хаусави, арабы. Я думаю, вы прекрасно помните, как они круто тащат в этой части FIFA. Сар с очень крутыми воркрейтами, да и статы вполне себе неплохие для серебра. Левый защитник Камиле, рейтинг 69, но в целом статы тоже вполне себе играбельные, сила довольно-таки неплохая. На правом защитнике Мауф. Вы с ним, я думаю, тоже знакомы по моему выпуску с арабами. Анселмо, статы более чем годные, опять же, для серебра. Я пытался подбирать каких-то интересных футбиков. Второй центральный полузащитник Камен, у него улучшалка, я купил с ней. Я GoodMax'у еще сказал, чтобы он тоже улучшалку дал какому-то игроку, чтобы было все честно и справедливо. На цапнике у меня стоит небезызвестный Элтон. На ПФ-шнике у меня стоит Амилтон, 4 звезды на финтах, что не может не радовать. На левом фланге у меня стоит Луис Аруаха, финты, конечно, ему не подвезли, но скорость какая-никакая есть, а это, как вы понимаете, главное. Ну и, собственно, главный челик в моем составе — это серебряный Кристиану, которого я купил за 63 тысячи. Ну и, в общем-то, вот таким вот образом выглядит мой составчик. И, собственно, давайте сейчас пригласим GoodMax'а и посмотрим, кого же он поставил против меня. Всем здорово, чуваки, с вами я, Нечай. Главный секрет, почему Пандос смотрит не в вас, а чуть ниже, он смотрит на экран, а на экране очень классный сайт, на котором большие коэффициенты, на котором быстрый вывод средств, на котором огромнейшее количество спортивных дисциплин. Он не может оторвать свой взгляд. Не отрывайте и вы. Смотрите Пандоса, а параллельно заходите на этот сайт. А пока там GoodMax принимает приглашение, хочу сказать, что на моем втором канале вышли награды за Division Rivals и за Weekend League. Я не хочу просто на основной канал кидать подобный контент, поэтому он теперь будет выходить на втором канале. Поэтому ссылочка будет в описании, заходите и чекайте. Итак, тем временем тут Максим уже принял приглас. Черная форма на красную, поехали. Давайте посмотрим, какой же составщик у Макса Гути будет против меня. И тут, вау, интересненько, американцы, французы. Ладненько, Эшли Кол даже есть, здравствуйте. Я ни разу не играл против Макса Гути FIFA 19, даже FIFA 18, если честно, я не припомню, поэтому я понятия не имею, как он играет. Итак, все, Кристиану разводит с центра поля, и мы начинаем. Так, серебряные игроки, к ним, конечно, надо немножко привыкнуть, ибо играю я ими не каждый день. Так, нифига себе. Максим начал довольно-таки неплохо, я вам скажу. Тихо, кыш. Так, Макс довольно-таки бодро начал, надо будет сейчас ответочку какую-нибудь красивую. Это фол, так нельзя делать. Так, и в одно касание. И в одно касание 1-0. Кто это забивает, я не знаю, мой правый защитник. 8-я минута, моя первая атака и сразу гол. Амилтон, я не знаю, левша или правша. Правша, конечно, и левой рукой пишу, и правой ногой бью, все, левша я. Чуваки, я вам напоминаю, если вам нравится подобный контент, обязательно поддерживайте его лайками, комментариями и прочим. Главное это активность. Ну, братан, блин, гордон, блядь, тащит. Ну нет, тихо, голкипер, хорош, тащит. Так, пока что я Кристиану вообще не вижу. Прошло 26 минут, но не могу сказать, что он очень сильно заметен. Скажу даже больше, от него не было ни одного удара. Так, ой, блядь, провалы. Фуф. Пронесло. Тут даже защитник бы не помог, просто Максим не попадает. Ой, что здесь происходит, господи. Не, ну конечно, серебряными игроками бегать это очень весело, скажу я вам откровенно. Зрелище такое себе, Камен, красавчик. Так, хорошечно. Так, этот парень с 4 звездами, если я не ошибаюсь. Делаем вот так, дрэгбэк, еще один дрэгбэк. Делаем вот так, еще будет топовый навес, смотрите. Опа, блять, хорошо летел, но там пиздюк какой-то у меня был. Ой, тихо. Тихо! Нет! Что вы творите, придурки, блядь? Ну пиздец! Ну чё это за хуя, блядь? Ну ёбаный рот! Голкипер! Да, это просто смешно. Рафаэль Ляо.
Ну это пиздец, ну типа, блядь. Такую хрень сейчас моя защита сотворила. Ну, серебро, что я могу поделать? Кристиану, блядь, хуярь, ну хуярь, блядь, что ты стоишь, блядь, придурок? Да, Гордон у него, конечно, вытащил пару моментиков. Навесик, удар, блядь. Ладненько, защита его справилась. Играем дальше, дальше, дальше. Элтон, хуярь. Штанга, добей Кристиану. Кристиану, гол, 45-я минута. Ну, сорян, Максим. Ну, такой вот гол. Да, Максим я тоже, конечно, забил не самый красивый. А у меня тут отскок, 45-я минута. В общем, классика FIFA. Играем дальше. Бля, реально, чуваки, с серебром намного интереснее играть. Типа, ты никогда не знаешь, где тебя поджидает пиздец, так скажем. Ну что, ребята, второй тайм стартует. Так, у него Чалов вышел. Ой-ой-ой, это беда, чуваки. Федор Чалов, это, конечно, бист тот еще. Он тут недавно Реалу забил, поэтому... Серьезно? Не, ну серьезно? Серьезно? 46 минута и Чалов мне забивает киков. Блять. Красиво, красиво. Ладика, 2-2. Блин, веселый матч. Играем дальше. Нихуя ты Федора Чалова с улучшалками выпустил. Ладненько, я вас понял. Так, будет ли у меня ответ на киков? Смотрим. О боже мой, это удар Файнесом был серебряной карточкой. Тихо. Держать! Так, Эшли Кол. Так, супер. Эмилтон. Вешай на Кристиану. Кристиану, блин, Гордон опять тащит. Дальше. Что делать, я без понятия. Может быть, навесик попробуем. И добивай, Элтон. Да что ты будешь делать? Почему прям в руки Гордону? Так, Кристиану, хорошо. Да, блядь, что за прострелы? Тихо. Да, блядь, серьезно? Без офсайда. Меня Федор Чалов уничтожает. Я, если честно, не понял, как тут не было офсайда. Посмотрите, ну казалось бы, ну прям офсайд. Тихо, блять, какой нахер Эшли Кол? Кыш, блять, голкипер. Ну ляж, блять, ебаный ты, уебок. Ну хуярь, блять, ну я, блять, нажимал уже на удар. Нет, все это краёк мне кажется. Скорее всего, Федор Чалов, блять, с улучшалкой улетает. Отлетает, ну понятно, да, все, блять. А нет, Минди... Не, ну серьезно. Ну что это такое? Ну, бля, ну голкипер, ну ты же... Да, Гордон, что ты будешь делать, Кристиан? Кристиану пустые ворота, братан. Ну тебе просто нужно забить. Хотя вряд ли бы мне этот гол чем-то помог, но... Сам факт, что такие моменты ты запарываешь, это, конечно, грустняшка та еще. Ну что, будет финальная атака? Нет, все. 4-2. Такая вот игра. Не могу сказать, что я прям... Очень сильно справедливо проиграл. Гордон 9 сейвов. Лучший игрок Федор Чалов. Не, ну Федор Чалов во втором тайме, конечно, зарешал. В любом случае, спасибо Максу Гути за игру. Это было весело, интересно. Да и вообще, в целом, я Макса поддерживаю в этой идее о том, что нужно все-таки играть серебряными игроками. И, как вы видите, это порой даже очень-даже весело. Ну, короче, вы поняли. Переходите обязательно по ссылочке в описании на канал Макса, посмотрите матч с его стороны. Ну и опять же, как я и говорил, если вам понравилась эта идея, поддерживайте ее лайкусиками. Кстати, ребята, у меня тут есть 12 игроков с Лига Чемпионскими карточками. Если вы хотите выпуск, где я соберу 11 карточек и сыграю матч на Quixel, то давайте поставим 15 тысяч лайков, и ролик выйдет в ближайшее время, если, конечно, вам интересно. Ну, так как у меня здесь 12 игроков, я могу вполне открыть один пак. Да, 2 центральных защитника француза. Круто. А с вами был я, PandaFX. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем хорошего настроения. Пока.